Всем привет, друзья! Всем здорово! Как вы знаете, мы сейчас на верфи строим новый линейный крейсер Dyson, и я думаю, многим интересно, что же он из себя представляет, этот корабль. В принципе, что о нем можно сказать, если говорить кратко? Здесь в меру точная артиллерия, хорошая скорость корабля, ПВО также есть мощное, а также очень хорошее ПТЗ. Но при этом ужаснейшая циркуляция корабля, мало стволов, всего лишь 8 здесь на кораблике. Картонная палуба в 32 мм, которая жжет фугасы и любой калибр, который есть у Ямато и выше. Впрочем, я думаю, лучше будет, если я вам покажу бой, который был у нас недавно на стриме, который в целом показывает возможности корабля и вообще, что он может. Приятного вам просмотра! Сразу вспомнился этот кинчик «Плохие парни». Вот это «Уса! Уса!» А где Цедарит, сука? Где цитки? Так, Игнацио, брат. Я про тебя не забыл. Чё, перелетит или сильно крутая баллистика? А! Картонка проклятая, по тебе ничего не взводится. Ля забайтил. Ну да, всегда можно этот... Можно сказать, что забайтил. Да. Адекватный урон. Ну, урон в борт я ему дал. Без сыток, но он адекватный был. Там у тебя было много пробитий, поэтому я ему выбил там. Адекватно. Летит очень даже более-менее точно. Я жаловаться не стану. Ну вот тебе семнашка за 4 пробития. Ну чем не урон, как бы, да? Без сыток, конечно. Но тем не менее. Пфф, люстру взял, подарил. Спасибо. Это же хлам, я про корабль. Братан, ты уже строил его, играл. Ну вот его тестируем. По ощущениям, пока я с тобой не соглашусь. Точно не хлам. Такой приятный экземпляр. Точно не хлам. Поэтому не согласен. А может мне крутят? Может мне крутят? А может мне заплатили разработчики, чтоб я так говорил? А может и что-то еще? А может быть просто наконец-то более-менее приятный корабль будет на верфи. Потому что после Пуэрто-Рико ничего толкового, прям реально крутого, толкового такого особенно не выпускали. Драндулет. И какой драндулетик. Бля, да что ж такое? Да дайте я на кого-нибудь сведусь. Так, тут надо с задней башни камеру включать. Enemy Kraken spotted below the waves. Enemy Naglfar on the horizon. Бля, ну он вывернул. Ничего с ним сделать не могу, он вывернул. Ну, авик у них, конечно, бездарный. Так, сливать свои самолеты, это надо... Это надо поучиться у него. Бля, я бы с удовольствием куда-нибудь въехал бы и там торпедки реализовал, но... Сука. Какая-то поддержка нужна. Алло, где поддержка? Почему они ситуируются на респе? 11 тысяч. Сейчас еще этот чел сведется у меня, смотрите. Хопа такой, опа, привет, стример. И даст мне люлей. Моя проблема, блин, в том, что я не могу адекватно понять, куда мне идти. Вот куда мне, блядь, идти? Разъезд максимально мудацкий у моей команды. Он тупо... Они тут на респе. Как можно это назвать нормальным разъездом, если они, блядь, все на респе? Это пипец. Бля, надо было уже давным-давно отворачивать. Еще секунд 10 назад, когда я его увидел. Что-то у меня замедленная реакция. Ну, он попадает одной торпедой, да? Ой, двумя, извините. Одной перепутал, одной, двумя.
Да. Я хочу куда-то влететь, но я ни черта не вижу нормальных каких-то влетов. Да-да-да, Карачёла там, все дела. Буду здесь АФК стоять. И пытаться Орляна убить. Да какого хрена ты так притормозил? Читер. Есть Игнация вот на торпедах, может быть, поэтому... Блять, вахтёр тупо возле... Они выигрывают нас очень жестко. И они стоят на месте, ничего не делают. Это прям пиздец, как обидно. Блин, Карачёва, свали. Ну, наконец-то. Если мы этого чела хотя бы застрелим, уже что-то можно будет там предпринимать, ага. Так, посмотрим спереди, что там. Я ж говорил, там Игнацио стоит. Я ж, блядь, говорил. Нашел дурака тоже мне. Давайте посмотрим за островом, что там. Ага, сука, бля, я все знаю, все знаю, все вижу. Ясно. Ну, Кирзач мне сейчас оторвет 1015, если у него залетит хорошо. 1015 летит у меня. Что-то все девятка. Значит, девятка. Я, наверное, потушусь. Аннигиляция от Андрея. Да, аннигиляция моих нервов. Вообще не понимаю, что челы делают. Вообще не понимаю, что челы делают. А зачем я хилку включил, тоже я не понял сейчас. Нахер я это сделал? Где кирзачи? Где здесь? Где чел? Этому дебилу надо сразу минус кинуть, потому что дебил. А вот и Йорк, да? Пускай он там пока сводится куда-то. Свелось? Замечательно. Ну так. Ну как сказать? Бля, мужик носом стал и задает, но это так триггерит. Пока в нос попадешь, так ты с ума сойдешь, честно. Ну, реально. То есть, 5 миллипиздрическая цель. Я пошел вперед. Бля, у меня торпед нету, пиздец. Я все откидал, мне сейчас нужны, чтобы влететь куда-то. Жоржия вот тут, вот, насколько я понимаю, по самолету. Она только что откидала, поехали, проедем мимо. Она сейчас должна быть в разрядке. Приятно. Ну, торпед поем, что делать. Сори, мужики, я пытаюсь тащить. Это, типа, команда не играет. Я очень пытаюсь. Этот стоит! У меня вот просто вот. Ладно. У него там союз есть, поэтому ладно, пускай стоит. ПВО и правда годнота, ПВО, да. ПВО годнота здесь. О, сука, успел. Ну, торпед он мог мне успеть кинуть, ребят. Что я могу сказать? Но мне нужно двигаться вперед, иначе... Иначе ничего. Что там ПМК? Вы говорили, ПМК трахает. Сейчас будем проверять, мужики.
Отверни немножко борт. Отверни, блядь, я не хочу сквозняки по тебе давать. Чел, смотри, вот. Ну, отверни. Блядь, ну заебал, ладно, дам так. Я же говорю, сквозняки, блядь, не хочу. Не хочу сквозняки, поэтому попросил тебя, как нормального человека, отверни, блядь. Отвернул, скажи, Андрюха, проверяй. Больно, блядь. На, сука. Какие же просто утырки эти торпеды. Торпеды просто последние утырки. Как же они имеют, какие же они имеют ущербные углы наведения. Это просто жесть. Все равно боль. Ради бога, парни, для вас корабль боль, не играйте, не качайте его, если для вас корабль боль. Ну, боли больше бухтеть-то, правильно? Мне нравится. Даже, я бы сказал, очень нравится. Ебать, слипается. Мужик, дай пожить. А ты поторопился с залпом, мой дорогой друг. Бля. Ладно, я думал его убить, но очки закончились. Мне корабль нравится.